Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Ты что? Ну, к делу. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Наверное, от прежних... Это еще мягко. Да, с удовольствием. До свидания. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Император? Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не темерские щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харуф. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию.
Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Я хотел поговорить. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотнях миль отсюда. А то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгардом. Геральт, прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время, прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака? То есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар.
пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Эй! Ты не нарывайся, не то будешь иметь дело со мной. Никогда не затупится. Ты не уважаешь наших. Это еще что? Гравировка. Привет тебе. Да. Воспользуюсь случаем. Смотри. С удовольствием взгляну на товары. С удовольствием взгляну на того. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Будь здоров. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Я за тобой слежу. Погодилось.
можем поговорить? Дикая охота скоро нападет на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сбор и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр Морхене. Спутник. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Я тебя предупреждаю. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай?
Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет, я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Ну, дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну ты как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестолку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у Южной Стены. И... спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Золтан! Да! Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там.
Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да, Геральт? Я знаю, где Цири. Правда? Замечательно. Постой. А почему ты не привел ее сюда? Она в опасности? Именно. Как только я до нее доберусь, Дикая Охота об этом узнает. Поэтому я хочу, чтобы ты поехала в Каэр Морхен. Я привезу туда Цири, и мы вместе дадим отпор Дикой Охоте. Геральт, ты знаешь, что я для Цири сделала бы все. Но со дня на день мы должны вывести из города чародеев. Эти люди на меня рассчитывают, и я не могу их бросить. Понимаю. Но, может быть, все еще получится. Твоя помощь здорово ускорит наши дела. Дай мне знать, если вдруг решишь помочь. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение, и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Думаю, ты не должна связываться с этим человеком. Я бы хотела проверить. Мне кажется, это все связано с каким-то чародеем, которому нужна помощь. Все это выглядит очень подозрительно. Ты едва выпуталась из очередной переделки. Может, стоит немного подождать? И позволить охотникам переловить оставшихся чародеев? Исключено. Если не хочешь мне помогать, ну что делать? Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Ты шутишь? Может, он и тебе велел прийти с красной розой? О цветах речи не было, но если ты захочешь подарить мне букетик, я возражать не стану. Это рыбный рынок, Трис. Я могу купить тебе разве что треску пожирнее. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Да, Геральт? Пока.